Ну что, дорогие друзья, вот одна пистолетка уже. Команда Singularity против ATK. Надо Dusty. Соответственно, ATK взяли, как вы понимаете, первую карту. И давайте смотреть, что здесь будет, потому что... Непонятно пока еще. Я не знаю, какие шансы, если честно, у сингов есть. А про коэффициентики я вам расскажу немножко позже. Немножко позже. Сеп. Ну, флеширует Себа. Ой-ой-ой, какая флешка-то по Себе прилетает. Прямо в лицо здесь. Вот это, кстати, почему-то пушка не прорисовалась. Это надо, видимо, какую-то опять перезаходить. Потому что я вроде уже так что это сделал и почему-то не помогло. Да, флоппи с УСИ остаются вдвоем. Но пакет поставили. А, УСИ тоже нет пушки. Ну ладно, флоппи последний. Очень широко открывается флоппи. Кстати, вообще-то он не потерял ни единицы ХП, между прочим. Тут вот по пулечке просто остается. У него там патроны кончаются в глоке. Перезаряжает глок, соответственно. И вот 20 патронов, как вы видите, справа снизу. Забирает Ратха, и флоппи забирает еще этот пистолетный раунд. Еще и, опять же, 300 баксов тому, кто бомбу поставил. Так, абсолютно точно нужно это переребутать. Я это уже делал до начала, поэтому пистолетка вот началась не с самого начала, типа через 15 секунд у меня. Сейчас попробуем еще раз. А то сегодня что-то техника подводит, что ли, в каком-то смысле, хотя все в порядке было. В самом начале. Вроде получилось, да? Да, да, вроде, надеюсь. Я, кстати, не знаю. Сейчас надо будет посмотреть, но вроде нормально. Так, first round от команды Team Singularity, соответственно. Это во-первых. А во-вторых, коэффициенты я же забыл, естественно, рассказать. Потому что надо рассказать. Что там у нас? 1.22 от ATK. Четверка на Singularity на серию от Prematch нашего партнера. Ага, вот так. То бишь, четверка. То бишь, в принципе, выглядит, возможно, как 2-0. Но... Так-то по-хорошему бог его знает, если честно. Так-то по-хорошему бог его знает. Так. Окей, давайте включаться дальше, а то что-то меня, если честно, немножко из колеи выбили. Тоже технические проблемы под конец карты The Train, потому что вообще-то безумно для вас хотелось ее документировать. Вот, а мой Counter-Strike вместе с компьютером сказали мне, типа, слышь, иди-ка ты отсюда. P90, как говорится. Вот, ну и, собственно, пошел я оттуда на минуты, по-моему, 4 где-то. И пока уже зашел, там уже весь детрейн закончился. Так, флоппи с мотом. Мотом JT, флоппи падают. Форс раунд от команды Singularity, вот он родной. В раз, кстати, заметьте, да, 4... А я есть, что ли, будет? Лейсик, ой-ой-ой-ой-ой. Хе-хейсик, о-хо. Вот это да. Вот это вот интересно. Внезапно, причем вообще, с ничего прилетело. Контрфорс раунд от ATK будем ждать. Здесь без вариантов вообще. Игра их наказывает дико по деньгам. У них нет денег. По факту сейчас обязаны закупаться под ноль. Однако. Однако, здравствуйте. Очень, очень интересно все это, конечно, получается. У нас с вами... Ну, давайте... Давайте дальше смотреть. Так, недефолтные пистики. В принципе, у всех. Из того, что видно... Пара гранаток там у каких-то ребят. Опять же, ну, давайте смотреть. Так, Деппер. Молик кидает. Молик, может быть, ему и поможет. Ему его фаванс помогает. А, Молик, кстати, помогает. Да, действительно, УСИ погиб. И отходит Деппер назад. У него 6 патронов в магазине оставалось. На Б-плент с плитом пытаются заходить ATK. Бомба, по-моему, падает, да, как минимум. Да, пакет падает. Флоппи немного подгорает, но ничего страшного. Хотя бы убивает одного. Соник, флоппи, точнее, ставит бомбу. Соник вместе с флоппи попытаются защититься как-то здесь. И, может быть, контрфорс раунд возьмется. Но нет, на самом деле, флоппи остается последний. Его жмут просто тупо со всех сторон, уже заходит. Господи, боже. Ну что ж, давайте дальше. Пока счет 2-1. Пока Singularity на защите. В принципе, как видно, у них вроде все получается. Опять же, если что, карта пока еще далеко, конечно же, не зашла у нас. Это только начало. ATK, вот, как вы понимаете, только один раунд взяли. И пока все. Оси погибает на яме Деппер, соответственно, около ланга. Ну, здесь пистики, наверное, погибнут все, потому что Соник GT остается. Хоть одного забрали, и то хорошо. GT второго забрал. Шикарный эко-раунд. Все прекрасно просто. Минус 2. Вообще, ноль претензий. Все здесь по стандарту.
И вот, наконец-то, будет бай. То есть только вот пистолетку пока получилось. И вот до бая сейчас мы дойдем уже на пятом раунде. Для команды ITK, естественно, криги, естественно, калаши будут, АВП даже. Криги, калаш, АВП, более того. Но на последние деньги. Мотом себя не может найти в этой карте пока что. 0-1-4 он играет, то есть 0-4 за 4 раунда. То есть, в принципе, где-то кого-то можно было бы найти, но, с другой стороны, Дазл тоже 0-3. То есть, Дазл тоже не получается найти. Так что пока, наверное, без претензий, пока у обоих команд есть человек, который не играет. Вот когда как кто-то начнет играть, а кто-то не будет, и баланс сместится. Вот это да. Вот это будет вопрос. Сеп. Не будет Сеп под флопе вываливаться. Флопе там с кригом простреливает насквозь, собственно, коробку. Теперь Сеп уже простреливает на флопе. И флопе простреливает обратно, собственно, ту самую коробку. То есть у них там скрытая война какая-то друг с другом. Непонятная. Происходит. Флоппи на пол хп получает. 50 хп у товарища. Ну и команда ATK пока никуда не выходит на самом деле. Пока будет ждать возможности. Или поджима своего оппонента. А вот поджим, кстати. Вот он Дазл. Дазл очень близко идет. Очень близко. Мотом, ты сейчас же в жбан получишь. Получил что-то. Мотом жбан. Депор двоих, небось, насобирает. Нет, двоих не собирал. Непонятно, кстати говоря. Его товарищи заходят со стороны шарта, а он смотрит на них. Зачем? В смысле, правда, а зачем? Уже товарищи смотрят в твою сторону, они тебя прикрывают. Прикрывай сам себя, типа, от верхов, вот, мало ли, тебя будут пушить до упора. Но почему-то об этом не подумали. Ну, видимо, об этом не подумали. Флоппи, АУСи и GT остаются втроем. Дазл на гусе погибает. Ну, кстати, вообще топленд открывает ребята из команды ATK здесь. Флоппи убивает своего в голову. Непонятно тоже, зачем это было сделано. Но тупо по приколу, видимо, все Флоппи минусует. АУСи, бедняга, последний. И отлетает от команды Singularity. Да, конечно же, бомбу поставили. Но пока что-то, какой-то раздрай вообще тотальный в плане коммуникации, войск коммуникации. И вот всех остальных вот подобных очень вообще-то важных вещей. Пока не получается. Пока не получается. Кстати, да, правильное замечание в чате. На своем пике. Да-да-да-да-да, ATK свой пик. Поэтому по рематче ставят-то на серию 4 единицы за Singularity. Ведь это ваш пик, вы типа тащите, тыры-пыры, все дела. Но что-то... Что-то как-то не очень пока. Скалер мог бы даже и в оппонента попасть в начале забега на парапет и шарта. Нет, Скалер попадает уже по-другому. Мотом падает. Падает флоппи от Депра. Депр за высоким пытается справиться. Выжить вообще. Зайчик-кролик в виде снайпера допрыгался здесь, собственно. Все, что можно сказать, на самом деле. Оуси. Бам-бам. Отлетает через стенку. Через две, точнее, его просто простреливает. До свидания. До свидания. 0-1-6 играет Мотом. То есть это все еще 0-6. И вот теперь у Дазла 1-4. И это означает то, что баланс начинает смещаться в сторону того, что Дазл начинает играть. А Мотом все еще нет. Я попробую его оправдать. Я вот нажимаю Morse Stats, и такой, опа, три слепенных лица. Ноль utility damage. Ну, сложно, сложно. Пока сложно. Раунд от команды ATK на последние деньги. Надо как-то показывать все-таки зубцы здесь, потому что это как-то не все получается, видимо. Соник пока в смоку сидит на Xbox. Депр. Закрывает смоками лонг. Пробегают лонг ребята из команды ATK. Соник падает, соответственно, на своем Xbox, так что это тупо лонг. То есть чисто одна позиция. Пытается закрывать шорт. Мотом из-за флоппи не видел Себа. Себ в итоге двоих насквозь закрывает. На изи вообще. OC и JT остаются вдвоем. Главный вопрос. Что вообще происходит?
Ну, те последние его будут жмакать со всех сторон, он погибает, это дефьюз раунд для команды Singularity. Каждый еще получит по 3500, кстати, на руки за дефьюз раунда. То есть еще там на 250 баксов побольше. Да, правда, Себа потеряли, но в любом случае. ATK, естественно, 800 баксов получает за бомбу, естественно, проигрывая миллиард раундов подряд. Миллиард — это, в моем понимании, 6, видимо. Получает на руки уже по 3400. Странная история. Господи, Слипчик, душу продам за твой голос. Не надо, пожалуйста. Ваша душа для вас очень важна. Я ее не возьму, верну обратно. Вы без нее... В общем... Не то, не то. Ну, спасибо за комплимент, наверное, спасибо. 0-7 от Мотма. От Дазла уже тройка. Да, да, окей. 4 человека у команды ATK играет, один не играет, короче говоря. Уже подведем итоги. То есть Дазл тот человек, который балансировал это в плохом смысле, в негативном. А теперь он, естественно, начинает играть, собственно. Он уже перестает это балансировать. Команда Singularity вырывается резко вперед. Так, Депр Мотма забирает. 4 человека остается у команды ATK. Прийти. О, Уси отвечает по Дазлу. Ну, что-то вроде, может быть, и получится, я, если честно, буквально знаю. Конечно, надо что-то делать. Депр. Живой пока Депр. 4 человека остается у команды ATK и попробует что-то здесь поработать каким-то интересным образом. На мидл выскакивать. А Депр будет ли принимать? Депр отходит за КТ-ящик назад. Сейчас найдет ведь кого-то. Находит одного. На гранате второго бы не поймал, потому что перезарядка ВП здесь просто не получилось бы. Врат находит Соника. И Флоппи все-таки Депра минусует. А Сепа сзади. А Флоппи, кстати, молодец. И Врат минусует. Слушайте, а 2 на 2 ситуация. О, Си. А интересная, кстати, история. Вы посмотрите, и на плент, не на Б. А Сеп такой, черт возьми, они же на Б сейчас не пойдут. Ай-яй-яй, и на перетяге шестерка ловит Себа. Сеп получает в лицо. Даже не заметил, кстати, оппонента. Там визуально он был, но Сеп просто туда не смотрел. Слипчик, у ATK есть шансы на этой карте, как думаешь? Так это их пик вообще. Я не знаю, да. То есть они вообще, наверное, должны были выигрывать эту карту. У них процентаж побед, ну, в смысле, должны выигрывать. Они должны были. У них процентаж побед больше. 60% на Дасте у ATK за 10 карт, 50% у Singularity. Больше, да, понятно, на чуть-чуть, но больше. Причем при равной стате уже больше. А это что такое вообще тут? Вот первые раунды какие-то вообще абсолютно не собранные. Тимкиллы, войс коммуникация непонятно где. Я ее не слышу, но видно просто. То есть никто ничего не понимает, что происходит, как вообще под друг друга играть, куда идти, как стрелять, что делать. Естественно, Team Singularity как бы под шумок таких оппонентов и забирает, которые не в курсе, что происходит. Они такие, о, прикольно, что-то они там в линейку встали вдвоем. Давай я бам-бам, одного бам-бам второго, собственно. Такая история. Так что вот второй раунд взяли кое-как. Надо больше, а тем более на атаке до доста, кстати, надо точно больше. Поэтому сингов уже шестерка. То есть это возвращаться на второй половине надо будет. Уже почти что без вариантов. То есть вряд ли ATK возьмут восьмерку здесь, в плане выиграют эту половину. Если выиграют, если вот серия от ATK будет подряд, типа 5 подряд, ну ладно, окей. То есть я бы такого не предполагал, честно. Флоппи смотрит насчет поджима от какого-то игрока из команды Team Singularity, а там какой-то игрок есть, это Сеп как раз. Он занимает полностью коробку, довольно глубоко. Друзья, куда бомба пошла? Вы хотите сделать 4 плюс 1 фейк пода и выход с бомбы в одну каску, что ли, под Б? Это очень плохая идея. Себ, раз, два, найс, найс, почесал затылочки. На Себа выходит, но Себ такой, иди сюда. Ну ладно, все-таки Флоппи забивает Себа, Мотом отвечает по врату. Ну и куцый, даже не сплит бы, а просто хоть куда-нибудь, пожалуйста, можно выйти. Но, по-моему, по северу никуда выйти нельзя. Флоппи пытался спасти свою жизнь, но получил в жбан. Мотом, с ножом ты бежишь, братюня! С ножом жишь куда? В общем, погибает он тоже. Я, на самом деле, что-то оверхайп какой-то включаю, потому что понятно, что ситуация... Просто тупо мертвая. Да. Что вообще вот что? Вот как это работает? Люди уже пишут, ТБ по-любому будет. Ну, я не знаю.
такой игрой? Я не знаю. Что-то пока в салат какой-то. Вот он пока получает. Не дефолтные пистики от ATK. Ну, яму прочекают, да, неплохо. На плент через лонг пойдут, наверное, да, неплохо. Но это пистолеты. Хаешка еще, да, они же голые там. Вон бам, хаешка на минус почка, минус жизнь одному, минус почка, минус жизнь второму, соответственно. Соник на полтинник вообще получил. На сахую ребята заходят, потому что нет вообще никаких вариантов. Врат выживает, потому что не хватает боевой мощи уси убить его. Депор. Погибает Депор, кстати, неаккуратно сыграл. Беги, спасай его П! Беги, да куда ты, беги! Хотя куда бы он убежал, ну ладно. Не убежал, не убежал, родной, не убежал. 8-2. Чаты очень веселые у нас. Человек с никнеймом Ведро Гречки пишет, что... Не, ну тут... Тяжелая игра, пацаны. Тяжелая игра. Спасибо, друзья, что вы просто есть на этом свете. Без вас было бы гораздо хуже. В несколько раз просто. Вы прекрасны. 8-2. 8-2. Тяжелая игра, да, согласен. Ох, ох. Дабл АВП у команды защиты, трипл эмочка, соответственно, также присутствует. ATK, ATK. Что-нибудь будете вы делать, ATK? Или не будете? На синем. Нормально, кстати. Эту позицию, причем Дазл проверил, что самое смешное. Она очень редкая, но внезапно получилось у него. Депр. Не будет за рекламу далеко уходить. Депр. Смакирует себя, потому что вдруг молик тушит молик. Горит на молике, на части молика Депр горит. А молик. А смог только часть молика потушил. А так, кстати, в Counter-Strike бывает, да. Я вот как-то раз, помню, очень удивлялся, спрашивал, но мне потом знающие люди все распетляли и в Твиттере тоже объяснили. И теперь I know, как говорится. Теперь я знаю. Мотом. Это когда смог прям в край молика. Прилетает, причем смог раскрывается, но молик разгорается второй стороной. Ну вот, как бы в другую сторону. И вот на этом молике и сгорела реклама, получается. Жестко. Неудачно, реально неудачно. Оуси, бам, в лицо. Но вы думаете, что Скаля поиграет эту перестрелку JT? Подумайте еще раз! 9-й раунд для команды Team Singularity. Жестко на мужика прям. Ух, хорошо, хорошо. Люди уже такие, так и что же будет на третьей карте? То есть уже все, уже вторая слитая в хлам ATK, все. Человечество сдалось, человечество не верит. Просто полностью. Человечество не верит. Я не знаю, что происходит, меня даже не спрашивайте. Я люблю анализировать, но тут я сейчас просто закроюсь от вас всех скорлупкой со словами. Я просто комментатор, по объявлению набрали, я не знаю, что происходит. Был уборщиком, короче. Раньше вот с комментатором стал. То есть такая история. Потому что что, то есть что это? Точнее, даже что это, понятно, мы видим, что это. Почему? Что? Все видно, господи. Любой дурак бы понимает и понял бы, что это. 9-2, что это? Как бы доминация одной из команд, соответственно, второй команды ничего не получается. 1-11, да, там играет игрок? Мотом, да-да-да. Мотом себя до сих пор на карте не может найти. У него один фраг уже есть, но 1-11 это... Ну, приседает человек, то есть что тут сказать еще. Приседает. Девятка от Singularity. Первая половина выиграна, во-первых, на защите раз. Задоминирована на один раунд сверху два. Ой, о. Я прям не знаю, даже думать об этом страшно просто. Сеп. А слышать Сеп? Чуть ли его не назвал Себастьяном, надо посмотреть все-таки, как его зовут, а то вдруг это будет оскорблением. Нельзя подключить именно. Сеп. Да-да-да, он был в курсе то, что Мотом там, в итоге Мотом опять погибает, у него 1-12 уже небось, да? Да, 1-12, все правильно. Депор. Подождет. Бам! Мимо в плане между оппонентами, но идея была хороша, да. Все правильно тоже сделал Депор. Типа подождал, на чуйке стрельнул, мало либо забрал. Бам! В лицо тебе. Бам! Не, ну тут уже сложно, ему нужна помощь. Депор! Чепчик находит. Беги, братюня, потому что нужно же что-то, какой-то притяг от сингов.
MC Соником с GT. Ставит бомбу, поджимает шорт. Здесь через шорт внезапно не сразу игроки Team Singularity идут. Уси взрывает депро все-таки. Вот он еще один лонг, это будет дазл. И двое здесь на шорте их поджимает Соник. Мне кажется, это будет удивлением для команды Team Singularity. Да, это будет удивлением, дазл последний. Ну, тройка для ATK. Тройка для ATK. Странно. Впервые тебя слышу. Отличный комментарий. Спасибо за классную работу. Спасибо за комплимент. Но вы меня на всякий случай послушайте еще раз, а то мнения разнятся потом. Ну, по-разному люди воспринимают разные штуки, короче, так что... Такое. Ну, спасибо. Anyway. Так, 9-3. JT. Так, молик прилетает. Здесь надо депро будет гореть. Молик всегда разгорится, по-моему. Нет? А, внизу не разгорается. Он на желобок разгорается, а вниз нет. Ага, я понял. Окей, депро стоит. Депро там близко к молику, конечно, был, но нет. Молик не горел. Окей. Оси закрывает свою голову, смотрит вниз. Флешка ему тут в лицо прилетает. Да прррррр. А, GT, в спинку ты получаешь. Нет! В смысле нет? GT, еще одного куда? Все погибают от команды. Ну, трое еще остается игроков. От команды Team Singularity. Скалер. Бам, прострел. Что-то какой-то такой стороны прострел. Я не понял, вообще не прострел. Соник врата сбривает. Скалер будет сейвить авапу. Сеп. Неважно, что будет делать Сеп, это по 250-й. То есть, если будет отдавать свою жизнь, например, на экзит фрагах, то ладно, окей. Вот сейчас, вот сейчас. На тебе в лицо, на. Нормально. Забери девайс, беги. Скайлер понимает, что будет охота на него. Фу-у-у. Забирает все-таки Мотма. Остается 3 человека у команды ATK в живых. Но у них денег-то не очень много. Тут как-то вот надо просто засейвиться. Закрывайте осмаком, пробегают. Молодцы, да, здесь реально молодцы. Все правильно сделали, чтобы не отдаваться снайперу. Но четверка за ATK. Ладно, какое-то количество раундов вроде... набирают ATK постепенно, но вот... Я хотел сказать, какими сериями, а этот, смотри, что-то серии-то особо нет. Типа пистолетка, потом... Насквозь просто КамАЗом вот так вот проехались Singularity по оппоненту, потом еще один раунд, потом опять 3 от Singularity, потом вот вроде 2. И я даже не знаю, будет ли третий, потому что калаш с авапой есть у Singularity, и вроде супер слабый раунд, потому что трипистика. Ну, в общем. I don't know. Не знаю. Зачем они даст вообще брали? Ну, хороший вопрос, кстати. В чате. Дазлы Wrath, господин Гнев. Остаются здесь на Б-планте стоять. Двое на А и один... О, поджимщик, кстати, в виде депро, это прикольно. Что? Что? Просто это пистолет? И дазл выживает? Что? Как? Куда? Дазл все-таки погибает, дазл. Это пистик. Пистик делает килл. На дальних расстояниях. Скайлер работает, савапы. Депро, что? Что происходит? Просто что? Флоппи с Соником остаются вдвоем. OC пишет, просто бро, you owed me, ВТФ. Серьезно, просто ВТФ. Что это такое, Флоппи? Один. Это пистики. Это пистики, господи, с двумя девайсами. Как это происходит? Объясните мне, пожалуйста. Флоппи, держись, братан, держись. Против Себа остается один на один. И калаш, и крик. Калаш или крик. Чеп, погибает Флоппи. Делает квадрокету. Прямо так вот. Пятый раунд за ATK. Жесть-то какая просто, мама родная. Дазл пишет, что вы, короче, крутые чуваки. Типа, вы ATK. Типа, полностью стабильные, классные вот это все.
Настроение, кстати, у тебя, видимо, нормальное. Вот ты пишешь, что я прям вообще заряженный. Так что буду тут врываться в стройку с JT и врезать вас всех. Сеп на флопе сбивает, Соник отвечает по скалеру. Сеп даблкил, кстати, довольно приятно получилось для команды Team Singularity. Последний раунд первой половины, между прочим. Сеп в лицо. Да, в лицо УСИ. Присылает все правильно. В спину, правда. Соник. От флешки отвернулся, которой не было. Фу, какое читалово от Соника. Но все-таки Wrath закрывает здесь своего оппонента. Это 10-5. А так кого же ли? Это аномалия? Ну, пятерку забрали. Вроде неплохо, на самом деле. Вроде неплохо. Да, кстати, Liquid, между прочим, против ATK играли, и ATK дошли до допов, это правда. Мы с Олежкой, по-моему, комментировали эту игру. 10 подряд там было раундов. На Дасте, по-моему, если я правильно помню. Вот мне ведро гречки напомнит, наверное. Классный никнейм, кстати. Чувак, прям вот респектос. Очень красиво такие вещи придумывать. Что там? Пишет Dazzle, I want a silent match. Я хочу матч, типа, чтобы потише, чуваки. Можно потише? Ну-ка, давайте почитаем. Как насчет быть потише? Ой, нормально тут, кстати. Типа, ребята пишут, ну я только одного человека. Не боюсь в вашей команде, это типа Деппер. Типа Деппер, видимо, настолько милашка, что просто... Деппер пишет, ты меня вообще смог бы сожрать. Как бы, ну, типа, не проблема, естественно, ты меня не боишься, лол. Прикольно. Ребята общаются, то есть все такое по-доброму. По-доброму, классно. Это всегда радует. То есть вот спортивная злость остается спортивной злостью, но при этом как бы внутри... Точнее, наоборот, не внутри, а в плане личного общения. Типа все веселые, классные, это здорово. Не ATK, а Singularity это были. А, да, наверное. Олежка пишет, ничего я с тобой не комментил. Господи, нашелся даже человек в чате, у которого никнейм Олежка. А я же про Олежку. Ой, да. Да. Давайте быстрая табуляция, пока вторая половина не закончилась. Так, 19 на 12 Деппер играет. 18 на 10 Сеп, 14 на 7 Врат. 7 на 6, 6 на 9 Скайлер Дазл, соответственно. 2-15 Мотом, просто 2-15 Карл. Пощады. 11-11, 10-12, 12-13 Флоппи у CJT. Восьмерка у Соника на 14 смертей. 2 на 15. 13 слепенных лиц. Кстати, то есть вообще-то что-то делает еще. То есть вот здесь я бы оправдал Модма. То есть 2 на 15. Да, плохо. Да, надо стрелять. Да, ну то есть понятно. Ну реально понятно. Вопросов ноль. Но старается. Хотя бы саппортить, флешировать старается. То есть такой, что-то не стреляю. Дай-ка я по тебя флешку кину. Давай выходи тогда. Типа снимай оппонента. То есть, ну, как-то вот хоть команде пытается... помогать. И еще коэффициенты очень интересные, потому что было 4 единицы у Singularity, а стало 2.35 на серию от сингов. 1.55 от ATK. Вы посмотрите, по рематче сразу такие, опа, пол коэффициента хлопнули просто. Вот почему? Потому что вот такие приколюхи на Дасте получаются. Карта имени ATK. ATK на первой половине играет вот так. Вот эти 3 раунда были, и все. Больше ничего не было. Окей. Let's roll. Сказал бы я. Как это обычно говорит. Ну, voice line, который перед матчмейкингом
начинается карта, и в Counter-Strike Global Offensive. Он такой, let's roll. Я такой, да, черт возьми. Погнали, погнали. Господи, Сеп написал Manhattan Beach Vibes, боже мой, такой милый вообще. Соник, 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 синеешь, синеешь, насколько ты быстр сегодня? Как ты быстр сегодня на минус 3? Давай еще, 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 еще. Да все-таки мод там был, Дазл остается последний, 1-4. Соник уже трипла, уже нормально. Все колечки золотые растерял, все в порядке, мана закончилась. Дазл, будет ли погибать, не будет ли погибать? Ну, в смысле, на самом деле, тикей, наверное, пистолетку все-таки возьмут. Тут я уже начинаю прям... придуриваться в том плане то, что, ну, 1-4. Тут уж никак, наверное. А, кстати, и бомба на планете потеряна, так что, наверное, нет. Наверное, нет. Дазл идет, не прочекает в углу под ящиком, да, УСИ, и УСИ его забирает. Окей. С пистолетки на второй половине, с проигрышного раунда, потому что 5-10, начали ребята из команды ATK. То есть сейчас 6-10. Пережить форс своего оппонента, провести свой антифорс хороший. Естественно, это все теория крафтинг, то есть я не знаю результата. Что вообще будет, бог его знает. Четыре дигла плюс скаут у команды Team Singularity. Бай, естественно, форс на все деньги, да, конечно. Фулл бай на все деньги от ATK. Флоппи здесь прыгает, скалер, мог бы, наверное, его найти. Вот он на КТ с Фомасом. Ну-ка, ну-ка. Фомас против Дазла, сейчас дуэль будет. Опа! Ну, не будет, по Дазлу попали, но не так сильно. Соник уже тоже закрывает мидл, вдвоем закрывает мидл. Закроешь тут мидл, так много игроков, что Соник уже не полезет. Вот это да, открыли себе немножко сингулярити пространство. Очень интересно получилось, кстати. Оуси. На рекламе, она же машина. Ныне нонче машина, бывшая реклама. О, ну-ка, ну-ка, GT нам, да-да-да-да, все правильно показывает обсервер. Раз, а это был бомбер, оказывается, бомба падает. Тайминги не особо теряются, там рядом люди, так что бомба падает в руки другому, в принципе. И это ашорт, но ашорт голый, пустой, без антиснайперского смока. Это означает то, что УСИ, во-первых, на машине работал, во-вторых, УСИ погиб, но флоппи прикрыл его, естественно, защитного парапета. Так что здесь седьмой раунд за командой ATK. И будет экономический от Singularity, соответственно. И у нас будет счет 10-8, да, получается? 10-8. А вот дальше, дальше уже вопрос. То есть будут ли возвращаться полностью или не будут? Вот это я не знаю. Погнали смотреть. Экран, кстати, с диглами. Довольно приятно. Все по 250 от Депра. Глок от Скалера есть. В том числе. Что же? OC. А Мотом, ты находишь себя посередине КТ, и ты тупо упал, короче, от пистиков. Взял и упал. Так, на минус 2 от УСИ, УСИ... А, Флоппи закрывает нижнего, это означает то, что УСИ из защитного парапета закрывает всех, GT закрывает... Понятно. А, Мотом, это же тот, который... Да-да-да, 3.17, господи, я понял. Я что-то... Я настолько сейчас был удивлен. То есть человек на КТ просто вот... Отлетел. Он пытался убежать, он повернулся спиной, понятно зачем, но бежать вперед же надо. И отлетел. Ясно, пока у Мотма, короче, на Дасте по таймингам, походу, все плохо. В том плане, что не чувствует, не получается. И у него одного, вот сейчас вот у команды ATK, у всех МК есть, а у Мотма гранатки, чтобы посаппортить, и MP9. То есть СМГшечка, чтобы что-то там позакрывать. А теперь нормальный девайсный раунд от команды Team Singularity. Это 4 крига плюс калаш. Посмотрим, как ребята справятся со своими оппонентами, потому что с 4 кригами на самом деле все, конечно, в их руках. Так, смог от команды защиты, GT под этот смог пойдет открываться. Закрывает. Не закрывает, Дазла! Как так по стрельбе-то просто? Кто вообще получил под флешком? Мотом! Мотом, давай, врывайся в стройку, братан! Но нет, не получается, тоже падает 3, в итоге в 5 остается у команды ATK. Чекает никто не нычку, у Соника по стрельбе, нет, нормально, у Соника по стрельбе, у третьего туда же еще Соник!
сотрясение, ёж, просто такой в три лица, там, бам-бам-бам-бам. Падает флоппи, Уси остается последний против Себа, против Раса, бомба еще не поставлена, идет уже в окно, Уси такой, ты не поставишь бомбу, на тебе в лицо, я тебя чувствую просто вот прям нюхом своим. Уси. Против господина Гнева. Видит его голову и просто прямо в тушку. Не в лицо, кстати, в тушку. Забирает оппонента. 10-9. Вот Мотом что-то написал, а мне контекст вообще непонятен. Вот что это означает? Больше, чем что? Потому что это больше, чем что-то. Больше, чем что? Или это смайлик, или это носик. Или это недорисованный смайлик. Или это улыбка. Или это треугольничек. Непонятно. Мотом на яме. Мотом. Мотом. Флоппи, Мотом, помогай. Мотом помогает. Так, все фрат отвечает. Правда, Уси... попал, по-моему, по ноге, но сквозь стенку, и не все получилось здесь. Хаешка не влетает по игрокам команды Team Singularity. Оу-си! Отходит назад, но ну как его будут подсаживать на плент, соответственно. И три человека остаются у команды TK, двое на, один на Б. Под пистики хорошие. Так, Nine, Deagle и... Все, с пистолетами закончили. И М-ку. Я, опять же, с одним девайсом. Ребята из команды Team Singularity попробуют посмотреть лонг и скидывают бомбу заранее. Уси находит чепчик Wrath'а. Жестко что-то прямо. Вот это вот очень хорошо было, не знаю. Сеп отвечает. Тоже моментально в голову. На нуках не читает Соника, да? Сеп отлетает, Соника на нуках не читает. Окей. Скалер остается последний с бомбой и уже идет на лонг, потому что просто идет хоть куда-нибудь с бомбой, потому что что-то нужно делать. В руках у него эмка, видит Соника, но видеть мало. Синий Ёж оказался быстрее. А вы что думали? А вы что думали? Ну, если рофл отставить, то реально Соник что-то очень хорошо стреляет. Прям вообще найс. 19 на 14 OC, флоппи 15 на 13, 16 на 15 Соник, GT 14 на 15, у него меньше единиц КД, Мотом 4 на 19. Господи, мама родная, это сколько КД вообще? 0.20, что ли? 0.21, угу. Жестко, жестко, 0.21, да. Но, с другой стороны, у ребят из команды Team Singularity 0.72, 0.57, у двоих есть, но у остальных единицы и больше, тоже стараются. У Депор 21. Себ 21. Тоже здесь. Пауза от контртеррористов. Только что была, 5 подряд забирают ATK на половине защиты. Ну, то есть даст у нас защитник какой-то, получается, не атакующий сегодня. Очень странно. Очень странно. А ТБ, наверное, будет, как я понимаю. Серьезное причем, потому что 10-10 уже. Наверное, до 26.5 в любом случае дойдем, потому что Синги или ATK так или иначе, наверное, заберут какой-то один раунд еще. Даже если ATK здесь не выиграет карту. Очень серьезная защита от ATK и Апплента. Очень много здесь людей. Мидл полностью бросается, я замечу. То есть это чисто пленты. О-о-о, врата здесь зажимают. Тут до черта просто народу. От хаешки уворачивается. От второй, по-моему, второй хаешки, да? Или это первая хаешка так полетела? В общем, от хаешки уворачивается. Смог, конечно, закрывает. Сингулярити себя немножко. Депр флешонный пытался выходить на мидл. На мидл его не пускает. Теперь мидл закрывает. Так, вот врывается на мидл. Мотом все-таки погибает. У него по стрельбе, в принципе, не очень получалось. Соник 4 хп, ему нужно уходить. И на самом деле ему, скорее всего, нужно вообще бросать эту позицию. Потому что одна пулька и до свидания. И ты оставляешь своих же товарищей 3 в 4 в меньшинстве. Пытаются ATK. Ну, пробежал Соник на Б. А поджим, кстати, от Уси. А со снайперской винтовкой? Ну, это какой-то жесткий поджим. А, пум! Пум! Как близко! Просто, Депр его не находит. И там еще мидл поджимается. А, не поджимается. Ну, шестерка, шестерка, флоппи. Вы посмотрите, что флоппи делает. Уси! А, ты не понял, я понял. Ты не понял, что ты не понял. Опа, 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 на гранате, на гранате, на гранате. Прям в лицо флоппи присылает своему оппоненту. Но бомба уже на планте. Это будет ретейк 3 в 2. Депр с Себом. Окей, просто тупо Себ. Один. Поставил бомбу для его команды. Это хорошо, но там они уже получают по 3400. Так или иначе, проигрывая все подряд на второй половине. Теп, первый раз. Но второго уже не раз.
Один старт за командой ATK, дорогие друзья. Это тотал больше 26,5. В любом случае, без вариантов. Ну, вот только сейчас вот он берется уже. Что такое ТБ? Total раундов. В переводе на русский общее количество раундов. Больше это больше, чем троеточие. В троеточие ты подставляешь циферку. ТМ это total меньше. Общее количество раундов меньше, чем троеточие. В троеточие ты подставляешь циферку. Циферка, например, 26,5. Больше 26,5 раундов будет на карте или меньше 26,5 раундов будет на карте? Вот сейчас больше 26,5 раундов будет, 26,5, соответственно, раундов будет на карте. Брат Ауси сбривает. Скалер Мотма забирает. Что-то изи раунд для Сингулярити, казалось бы. Дазл вместе с товарищами трутся в нижней темке. Сплит Б, наверное, будет, потому что на верхнюю темку перемещается бомба. Там, правда, JT вроде хороший стрелок JT. 16, но есть и лучше. А, он сгорит! Oh, smells like chicken. Флоппи и Соник остаются вдвоем. Но это 2 в 5. И у них денег нет, и вообще по факту сейвить надо каким-то образом. Надо собраться вдвоем в одну какую-то точечку, наверное, и попробовать это засейвить. Флоппи Депре минуснул. Бомба понимает, что нужна тина, потому что на, наверное, никого нет. Потому что тройка уже сказала, что на никого нет. Соник. Экзит фраг для Соник. А вы пойдете, что ли, ретейкать 2 в 3? Эти кей, вы дикие вообще? Вообще стоп-крана нету, у вас денег нету. Вы точно уверены в этой истории? Вы точно? Вот. Ранбуст не получился. Второй раз. Не будем второй раз ранбуст делать. Ну, не будем уже второй раз ранбуст делать. Уже на сейф, ладно. Ранбуст не получился, уже на сейф. Ну, хорошо. Дабл авапа украли. Соник утащил. Так как бомба уже тикает, никто не успеет добраться до игроков команды ТК из дабл АВП. О, еще один экзит фраг. Вот это да. Флоппи минус это оппонента. Но по экономике Singularity прошлись, потому что заметьте, сколько денег у сингов. У Дазла 0, у Себа 0. Еле-еле кое-как. То есть вон там Себ 3,5. А то, что 2-2 если сохранили, естественно, террористы перераскидают, все нормально будет. Но как бы денег прям впритык. На 21 играет Мотом. При этом его команда 6 раундов подряд до этого забрала. Как это работает? Даже не спрашивайте, бог его знает вообще. Так, бомба скинута на верхней Т-шечке. А под дабл ВП с пистиками и 5-7 сыграют ATK. То есть самое важное это авапы. Но здесь депр в упоре. Ну видно, винтовку, видно. Но вторая же сейчас погибнет, господи ты, боже мой. А, точнее 5-7 погибает, одна винтовка хотя бы все еще есть. Бомба идет на Б, сейф АВП от Соника, 12 раунд за командой Team Singularity. Здесь не получается пока что с дабл-авапой у ATK. Но опять же, поджим был, и они, видимо, решили, что вот прямо надо, чтобы какую-то инициативу показать. Вот там соуси могут зажать Себа с двух сторон, потому что Себ может быть не в курсе. Он не видит оппонента, да, тут забочка не видно. И в два пистолета можно, в принципе, отжать еще крик. Смотрим, или Себ не будет пушить. Вот вопрос. Вот они стоят, вот ждут. Себ. Чувствуешь ли ты угрозу? Дрожит ли твой медальон? И теперь Мотом. Твой выход. Мотом забирает Себа, да. Момент все получается. Здесь крик крадется. И это авап и крик на следующий раунд для команды ТК. Сильные девайсы. Реально приятно. А по экономике что там вообще? Второе за сейф лосс бонуса, значит, много не дадут.
Ну, так как два девайса сохранили, значит, это означает, что, во-первых, есть AWAP. Даже если на нее денег нет, то ее покупать не надо, потому что она есть. Есть крик, это означает, что за 300 можно перекинуть эмочку кому-нибудь. Все остальные, естественно, могут, опять же, да, доперекидываться, собственно, что-нибудь кому-нибудь, потому что есть как раз те самые, типа, 300, вот это вот 3900. И в итоге у нас получается две эмки MP9, два засейвленных девайса. Хорошо, хорошо. На последние деньги. Ну, вот здесь на последние, да. Ранние тайминги от восьмерки. Не работает, по-моему, ранние тайминги от снайпера, как я понимаю, команда ATK. Я уже занимаю ребята из команды Team Singularity. Но ATK сразу же бросает лонг. Раз уж не получилось на ранних таймингах сыграть, то, наверное, не надо. Мотом через испанский забирается, если честно, он очень рисковал. Депор снимает GT, это что, на Б, что ли? Это на Б. Вообще такие приколы. Здесь Депор. Чуть ли мог еще и Соника здесь убить, но нет. Так, на Б. ATK здесь отбили, судя по всему, ну, кусок карты свой. Но дело в том, что непонятно ATK пока, где Синги вообще. А Синги на самом деле под лонгом. И один еще просматривает мейн двери насквозь. Это снайпер Скайлер. Скайлер тоже будет присоединяться к игрокам. На рампу кидаются молики. Контр-молики от команды атаки. Мотом врывается в строку. Давай! Давай! Туда-сюда! Отлетает Мотом. Ауси на позиции гитрайта. А бум! А, это промах, а как так-то? Но его уже не отпускаю здесь. Тут уж Сарянова. Флоппи взбивает человека с бомбой. Флоппи остается 1 в 3. Ситуация исключительно сложная. На гранате его могут поймать. Он убегает. Сейчас отлетит от снайпера или не отлетит от снайпера. Он видел или не видел вообще? Пытается крик спасти, потому что вариантов вообще никаких нет. Это 12... О, 13 даже раунд для команды Team Singularity. Скайлер идет в охоту на своего оппонента. Только не в охоту он идет. Не идет он на Т-сайт. Ну, кстати, вообще-то сингов тоже денег-то особо нет, так что тоже надо сейвить. До сих пор непонятно, третья карта или нет. Выглядит как третья карта, если честно. То есть, ну, очень близко к тому, чтобы третья карта. Прям вот почти. Но непонятно. Вот он 5 на 22. Сложно пока. Игроку сложно. Некоторые решения по мувменту под вопросом, конечно. Ну, на мой взгляд, под вопросом. Опять же, у вас свое мнение может быть. Не знаю. Есть, короче, аргументы против, наверное. Поджим интересный от ATK, но двоих сейчас, возможно, Сеп соберет. Собирает двоих. От флопи с Соником отлетает Wrath и Сеп. Бомбер не падает, бомба не потеряна. Это означает то, что все еще могут инициативы появлять Singularity так, как они хотят, как угодно, в принципе, здесь. Дазл. От флопи... Ай, флопи, точнее, и отлетает от Дазла. Прошу прощения, за дефолтом ставится бомба на А. И Соник с JT остаются вдвоем. И что они будут делать вдвоем? Во-первых, отлетать. А во-вторых, отлетать. В принципе, неплохой план. В принципе, неплохой. 14-11, дорогие друзья. Сеп, Wrath и Сеп делают по киллу уже на лонге, полностью открывает лонг ребята из команды атаки. И, если честно, боюсь, что это все-таки 15-й раунд.
для команды Team Singularity. И действительно, мы третью карту посмотрим. Но опять же, изначальный кэф от приматча, если сейв для остатков команды ATK, это Sonic и GT. Если... Ой, по Сонику еще в почку здесь попали, но он выжил. Так вот, мысль так и не могу закончить. Если помните изначальные кэфы от приматча, которые я вам говорил... Экзит фраг какой-то будет или нет? Это было 1.70, по-моему, на 2.20 или что-то типа того. ATK были, кстати, именно фаворитами. Да-да-да, по-моему, так. GT экзит фрагирует депро. Неплохо, неплохо. Но там охота со всех сторон на игроков команды ATK. Соник палится. Где он находится, его, возможно, будут забирать. Вроде пока не успевает забирать. Но, может быть, он будет выживать. Так вот, такие кэфы, в принципе, предполагают то, что третья карта может быть рано или поздно, так или иначе. Интересно, у меня, кстати, отсылка получилась. Кто понял, плюс чат, и напишите откуда. Что-то я под 9 утра выдаю приколы из книжек, прочитанных 6 лет назад. Однако. Однако. Так, и КТ, соответственно, ставит паузу. КТ ставит паузу, потому что 15 раунд для сингов. То есть тут, в принципе, для них маппоинт, и еще подушка безопасности есть, и еще что-нибудь открыть, и... На третью карту мы пойдем. А третья карта у нас, я даже забыл, какая будет. Инферно, да-да-да-да-да-да, Инферно. У атак, атака, у ATK. На Инферно все еще больше процентов побед, кстати, чем у сингов. Но сингам это, например, на Дасте не помешало. Или не помешает победить. Ну, вопрос, кстати, помешает или не помешает? По поводу ссылки на ХЛТВ в курсе, написал всем ответственным лицам, но что-то, если честно, мимо. То есть уже давно написал. Еще в 7 утра с половиной. Ну, что-то как-то нет. Ну ладно, грустно, конечно, от этого немножко. Атака от команды Team Singularity идет на лонг, потому что лонг у них, походу, получался. Они такие, о, нормально, у нас же вроде заезжает, давайте прям так и пойдем. Но на сухую выходить на GT, это была реально плохая история. Смог прилетает, но поздно. Почему? Он прилетает поздно. У меня вопрос. Хотя, в принципе, если у них получится, то уже никаких вопросов не будет. Депор GT забревает мотом, врывается в смог, погибает в смоку. Так не получается даст 2 у Мотма. Так прям вот вообще никак. Флоппи уси и Соник остается вторым против четверых оппонентов. Еще молик на дефолт никак не ставится бомба, потому что вот 2 молика ты выходишь, это блюк просто за 3 секунды моментально был, сгорал бы. Сеп ставит бомбу уже на дефолте, уже молики прошли. Уже падает уси, уже падает Соник. Флоппи, ты последний друг Флоппи. Уже ГГ пишет, да, за такой ГГ, типа мы побеждаем. Но они реально побеждают, но это бэт... Прошу прощения за консоль. Это бэтменеринг просто высшей степени, вообще высшего сословия. Депр 32 фрага на 22 смерти, 27 на 18 от Себа, 23 на 15 от Ратха. Господин Гнев тут разгневался. 22 фрага у Флоппи. Двадцатка 21, соответственно, у Соника.